Я понял, все, я понял. Все, 4 там, все рядом стоящие. Все, на этом минимализм весь. Вообще. Импровизации заканчивается. Так люди все слышно, все, все звуки никуда не перемешиваются, как в этой музыке. Есть палка такая, музыкальный инструмент, и одна струна. И вот они на ней в уму. Так, пробуем. Да. Какую-нибудь там уже сразу представь, что ты на нее перейдешь. Вот, хорошенькая. А потом просто опять пам-пам. Что добавить? Добавляй прям. А ты не отыгрывай четверки, Серег. Ты прям бери. Раз, два, три, давай, четыре. Давай, давай. Нет. И как бы тынь. Так ты быстрее найдешь, какие ноты нам нужны. У тебя достаточно быстро получается, я и пытаюсь подобрать. Эту... Сама мелодия, она, видишь, в интонации, вот это что-то, она какая-то, может, загадочная, вот эта вот соль. Они все ноты, они как бы такие вот с эмоциями. Как будто ты не весь звук, да? Слышно, слышно четко. Просто ты реально как бы быстро, да, я тут пытаюсь еще подобрать, либо сам же начинаю, да, на этот звук твой вестись, а на струнах тяжело так быстро сделать. Ты, значит, вот пик чисто. Да, вот да, 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 я подбираю, да. Давай другой. Короче, вот этот такт, это, короче, три в четверке, три звука, три удара. Короче, основано на всякие армянские музычки, какие-то.
такие вот. Она такая. Всегда он возвращал. Знаешь, на... от завидовки отвечаешь, на начало хотели. Я чуть-чуть по-другому. Ты как говорил, бой. Когда заугорал. Ты завидов тебе. Да, 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 да. А в итоге. Со Стасом просто импровизация. Мы просто не слушали звука, потому что мы реально сами звуки были. Кто стучал? Да, а сколько времени? 10? Сейчас я отвечу, ладно, не родители знают. Здорово. А с четырех сможешь ловить? Алексей Сергеевич, не русский, какой? У меня Любицкий.